человека. Я потом начал пользоваться анализом, когда начал проигрывать. И он сдался. Я его довел. Вот раз такой умник, то я компьютерным анализом попользовался. Вот как было. Вся игра. Покажу, от какого времени я начал пользоваться анализом. Вот с этого времени. Я думал, что тут он может съесть этого слона, и поэтому у меня положение уже нехорошее, хотя тут конь его защищает, я не заметил. И тогда начал пользоваться анализом. Вот теперь уже у меня вот тут перевес. А так... с этого времени перевес белых показывает вот плюс 5. Но я вот следовал компьютеру, он умничал своими мозгами. Вот тут удалось с помощью компьютера, вот уже 2 перевес, сбить перевес до 2 от 5. Вот уже до 1 и 7. Вот 1 и 3 уже, после его неточных действий. Пока у него перевес 1,9, 2 показывает. Один и три уже. Ну, надо было вроде бы тут идти. Вот какая самая лучшая позиция. А вот тут пойти, чтобы если я пойду вот тут, он бы мне мат поставил. Может, не мат, но показывает, что вот тут надо было идти. Он тут пошел, и теперь я тут иду, я сперва не понял этой фишки, вот теперь у меня перевес 3. В том дело, что если он бьет это, я бью королеву. А королеве негде идти. Тут ее бьет слон. Тут ее бьет моя башня. Тут опять слон бьет. Тут башня бьет, негде идти. Но он еще пошел вот тут, якобы что там тут защищает, но я начал когда уже думать, понял, что тут королева, надо бить королеву, и он даже не сдался уже, понял, что он тут вообще ничего не может делать. Тут ему теперь надо бить башню. Теперь я бью башню. Идет тут. Ну и вот тут проигрышная позиция. Уже минус 11.